Всем привет, друзья, с вами снова Катя. Мы продолжаем проходить игру A Plague Tale Innocence. И в прошлой серии мы с вами сбежали из родного дома. Инквизиторы напали на нашу семью, убили наших родителей. Но мать успела сказать нам, что мы должны найти доктора Лаврентия. Пока что мы не знаем, где он, но мы добрались до церкви. Я вижу лестницу, по которой мы, возможно, можем залезть. Да, возможно, мы отсюда выберемся, но не сейчас. Нам нужно было... Сначала нам стоит осмотреться здесь. Конечно. Конечно, зажги. В прошлый раз мы сказали Гуго, что родители погибли, и он сбежал. И мы встретились с нашим первым, наверное, игровым боссом. Сложно его, конечно, назвать боссом, потому что был он достаточно простой, но я думаю, что это все-таки был босс. It's funny. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Не шуми, пожалуйста. Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Подарки. Четки. Эти простые бусы помогали верующим не запутаться при молитве. Популярность четок свидетельствует о крайней важности религии в обществе тех времен. Духовенство обещало верующим спасение души, обустраивало госпитали, дома презрения и вело литургический календарь, по которому исчислялись не только церковные праздники, но и важнейшие даты земледельческого цикла. Кроме того, церковь контролировала появление ересей, могла наложить епитимию на богохульников и даже отлучить их от церкви, фактически исключив их из общества. Ну, хотя бы третий подарок мы с вами нашли. Уже радует. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Прости, пожалуйста, я не со зла. Спокойно здесь, конечно, тихо. Но мы не можем здесь задерживаться, нужно уходить. Так, мы нашли спирт. Возможно, он нам пригодится в будущем. Может быть, повязки какие-нибудь сделать. Надеюсь, эти крестьяне не осмелятся зайти за нами в церковь. Come on, get up there. I hope it doesn't break like the other one. Я тоже на это надеюсь. Amicia, но вроде нет. There's someone there. We need help. Leave. It's dangerous. You have no business being here. Wait, please. It's important. We should go and talk to him. Да, и мы сейчас пойдем его искать, потому что он... Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Будем надеяться, что он действительно знает. They've broken everything. Ох ты ж. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Пустые бутылки здесь явно... Здесь явно не монахи жили. Так, ткань. Угу, еще сера. Так. Вроде бы больше ничего. Надеюсь, я ничего не пропустила. I know that smell. Да? Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Хм. Пойдем, малыш. Я бы здесь не стала задерживаться. Так, кожа. Гуга, ты видишь здесь что-нибудь? Кажется, здесь ничего нет. Пойдем дальше. Почему мне кажется, что нам здесь придется скрываться?
Мне почему-то страшно пересекать этот двор. Угу, селитра. Flowers. They're so pretty. Правда? Ух ты. Действительно красивые. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to. Ты разбираешься в цветах? Wait, wait, come here. Вот это да. It will protect you, and it's pretty too. Oh. Ох, спасибо. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Какая ж ты лапушка. Гербарий Гуго. Гвоздики. Их еще называют цветами Господа. Некоторые считают, что это прозвище они получили из-за своей красоты, а другие вспоминают легенду, согласно которой гвоздики родились из кровоточащих ран Христа или слез Девы Марии. Потому этот цветок считается символом любви, веры и преданности. Лепестки гвоздики вызывают усиленное потоотделение, что помогает бороться с жаром, а гвоздичным уксусом натирали бубона. Отличное просто, конечно, описание. Вот сначала мимими, цветочки, там все дела, а потом, да. Ну, учитывая, конечно, направленность игры, я бы не удивлялась. Но все равно приятного мало. То есть он хоронил здесь людей. И он ушел куда-то сюда, но... Давай сначала посмотрим, что здесь есть. Я вижу вон что-то. Ага, веревка и сера. Мне кажется, в следующий раз, когда мы доберемся до мастерской, мы сможем сделать что-то очень полезное. Так, здесь, к сожалению, пусто. Нам бы отдохнуть. Мы очень долго бежали. И Гуго устал, скорее всего. Father. You again. I told you to just leave. A moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Darun coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Что ж, спасибо и на том. Да видно, что ему даже ходить тяжело. Оставайтесь на свету. There are crosses on the village doors. Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread, first in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. Ох, эпидемия бубонной чумы. Where did it come from? We're nearly there. То есть ты хочешь сказать, что ты отведешь нас туда, где эта чума зародилась? Ты с ума сошел, что ли? Ненормальный. Вы не подумайте, я на всякий случай осматриваю. Что-то мне слегка боязно. А может быть и не слегка.
And Brother Morel should be here. We are the last two remaining. А остальные монахи куда делись? Brother Morel. Stay here. Хорошо. Brother Morel. Brother? What is the matter? Father? О, господи, крысы. Что ж, крысы боятся света. Господи, ими все кишит здесь. О, боже. Я видела. Господи, как их здесь много. Свет. Господи, какой счастье. Calm down. There's a torch holder. We'll still Все будет хорошо. We'll find something. Господи, сколько я их прямо слышу, этих крыс. Он есть. Иду. Вы посмотрите, какие они страшные. Эти крысы какие-то ненормальные. Да, конечно, сейчас бы серу. I'll give you a hand. Right. Мне нужна палка. Так. Камень. Up there, Amicia. I should be able to knock it down. Ага. Хорошо. Боже, боже, боже. Так, серу я больше не могу поднять. Хорошо. Все кишит. Вы посмотрите, ими все кишит здесь. Просто кишит. Ужасно, просто ужасно. Так. Господи, зачем мне все это дело? Так. Right. We'll pass at the same time. На всякий случай. I'll go first. И правильно. Так, я поняла.
аккуратно. Не бойся. Все будет хорошо, малыш. Ох. Так, мы можем что-нибудь улучшить. Амиция укрепляет материал, чтобы в него вмещалось больше. А, укрепляет карман, чтобы в него вмещалось больше материалов. Да, конечно, давайте улучшим. Но все остальное у нас, к сожалению, нет предметов. Но это ничего, я думаю. Боже. Так. Нам нужно пробежать. Да. Я не могу понять, нам в комнату туда дальше или... Да, скорее всего. Давай, быстрее. Ух. Я не знаю, зачем я это делаю, черт. Я зря, очень зря. Все, пойдем. Ух. Боже. Ох, черт возьми. Но здесь нам придется по столу, по столам идти. We'll be safe if we go that way. Да, по счастью, они. А там что-то лежит. Что-то полезное. Так, ладно. Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Hey, it's heavy. Hugo, hurry up. Come on. Давай. No. Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Very good. Идите к черту. Поганые крысы. Do you want the torch? Yes. There are too many rats on my side. Where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Хотя подождите. Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. Да, конечно, сейчас. Вот так мы с вами и соберем все нужные нам предметы. Да они сгорают, вы посмотрите на них. Ха. Крысы просто горят. Пошли вон. Просто идите к черту. Quick now. Бегу. Что же делать? А, слушайте. Так.
Давайте, давайте, идите отсюда. Так, палка догорает. Ничего, я возьму новую. Мне просто нужно зажечь эти жаровни, так ведь? Умничка. Так. Где мне палку найти теперь? Я просто боюсь, что если я... Я поняла. А, вот еще одна жаровня. Я ее не заметила, к сожалению. Ай, молодец, умничка. Вот так. Идите к черту. Так, что ж, теперь мне осталось добежать до той жаровни, чтобы зажечь ее. Давайте, давайте, идите отсюда. Брысь. Просто брысь. Так, а что у нас здесь наверху? Мы сюда зачем-то поднимаемся или... Ага. Табард Крестоносца. Последний большой крестовый поход случился целое столетие назад, и теперь церковь столкнулась со множеством новых опасностей. Болезни, голод, война. Все эти беды подталкивали людей к вере. Видя острую потребность в духовной поддержке, духовенство спешно обучало новых священников. Но многие люди отходили от церкви, надеясь найти ответы в различных еретических сектах, суевериях и язычестве. Что ж, мы уже с вами две диковинки, к сожалению, пропустили, но выбора нет. Возможно, потом я перепройду еще раз игру и постараюсь найти все. Потому что я уже буду знать, что меня ждет. А сейчас все же хочется... пройти по сюжету и узнать, что будет дальше. Этим детям очень не повезло, конечно. Психика сломанная просто на всю жизнь. Вы представьте, сколько мертвых тел они здесь увидели за это время. The crypt. Oh, thank you. We can get out of here now.
Ох, какое счастье. Так. Вроде больше ничего нет. Давайте посмотрим, что мы можем улучшить. Так. Сумка. И сумка для снарядов. 5 из 4. 3. Давайте, наверное, прокачаем вот это. Для выстрела с максимальной точностью требуется меньше времени. Амиция заменяет карман пращи на более крупный кусок кожи, в который проще складывать снаряды. This should make things a little easier. В следующий раз мы, наверное, тогда сумку со снарядами улучшим. Go on, climb up. Чтобы мы могли больше камней с собой носить. On the ground. Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. What's that stopping you? Господи, боже. I don't know. О, боже. Боже, боже, боже. They did that. You think so? Yes. Какой кошмар. So... They're going to be even more angry? Скорее всего, да. Боже мой, это просто какой-то склеп. Yeah. It's burning my throat. Идите к чертям. Ох, господи, свет. Бегом, бегом, бегом. Боже, просто свет в конце туннеля. Какое счастье. We did it. We did it. Ох, выбрались. We did it. We... Miss, I want to see mommy. Ах, Гуга. I don't want her to be dead. You go. I want her to come back. Глава 4. Ученик. Amicia, so we'll never be able to go back home? No, it's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Доберитесь до фермы Лаврентия. Я, конечно, очень надеюсь, что он нас сможет действительно защитить. Up there, a windmill. Is that Laurentius's farm? I hope so. Будем надеяться, что так. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Главное только нам сейчас ни с кем не столкнуться по дороге. Ага. Что это у нас тут такое? Так, еще кожа. То есть мы с вами здесь можем, в принципе, ходить. Я думала, что мы не можем. Тогда уж простите меня, но я пройду здесь по берегу и посмотрю, что здесь есть. Вообще, это удивительно, что здесь прям можно ходить за пределами проложенной игрой дороги. Ну, понятное дело, что мы упираемся в определенные границы, так или иначе, но радует, что во время мирных каких-то кусочков, отрезков локаций мы вольны ходить так, как нам захочется. Hey, Hugo, where are you going? Ooh, bubbles! Look at the bubbles! Yes, Hugo. What is it? It could be a fish, a frog, I really don't know.
We don't have time for this right now. Come on. But I've never seen a real frog. Учитывая, сколько ты лет провел в заперти, неудивительно. Но вот этот кровавый отпечаток ладони меня очень напрягает. Я боюсь, что это не лягушка и не рыбка. Хьюго. Someone came here to read a book. Blood. What happened? I don't know, but it didn't end well. Perhaps there were rats. Я думаю, что они пришли сюда ночью, когда стемнело. Эти крысы. Amicia, look. It's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. И это плохо. Но то, что его наполовину съели... Возможно, нам это на руку. В том плане, что... Крысы могли нам помочь. Так, отвлечь внимание. Когда он пойдет обратно, мы пробежим мимо. Хотелось бы мне его вырубить, но главное, чтобы этот стражник не пошел обратно. Пойдем. Yeah, look. Shh. There's a bridge that leads to the farm. What a waste of time. The Grand Inquisitor should just tell us what he really wants from us. Так, нам нужно пройти туда куда-то. What's all that noise? Пойдем. That should do it. With that and the second barricade, no one would ever get through. I'm going to the bridge. Nothing at all. We are trapped. There's a hole in the wall. Shh. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. Nothing. Yes, now it's my turn. Я лучше подожду. Так. Я поняла. Мне нужно будет пройти, когда он отвернется. Иди, родной. Определенно. What is it? Oh, shoot. Someone here! Get back here! I know I saw something moving. Shoot.
stone unturned. Shh. О, господи. Черт, я запуталась, куда нам нужно идти. Это же... О, господи. Пресвятые коровки. Stop everything. They've all gone. Вот это я испугалась, конечно, боже мой. Было близко, да, очень близко. Заметили скоты. А зачем Space? Сядь. Куда нам нужно, я не могу понять. Явно не сюда. Я очень надеюсь, что они на мосту меня не заметят. Yes. Так, как он ходит? Мне нужно как-то отвлечь второго стражника. О, господи. Так. Было страшно. Иди. Иди проверь. Боже, кажется, мы пришли в спокойное место. Так. Отодрав деревянные подошвы, обмотав ноги плотной тканью, Амиция начинает двигаться существенно тише. Давайте все-таки, давайте лучше прокачаем себе вот это вот. Not bad at all. Сумка для снарядов это не самое необходимое нам сейчас. Нам желательно не издавать лишних звуков. Что такое? Why are they looking for me? You didn't do anything. Ох, я не знаю. They're the ones who did something. If they catch us, will they hurt us? They are not going to catch us, all right? All right. Мы им просто так не дадимся, братень. Они нас не получат. Hugo? Hugo? Where are you? Oh, Hugo, it's not funny. Ах ты маленький. Взял, спрятался. Hugo. Господи. Напугал же. Да. The Inquisition is here, Hugo. Do you want them to take you away? Don't ever do that again. All right. Мне нужна трава. Так, куда мне пойти, господи?
night. It's dangerous. Да что ж ты делаешь-то, Лиззи? Спасибо. Это было полезно. Давай прям в траву. И сиди. Тихо, мышка. Жалко, что у меня только один горшок помещается в сумку. Иди проверь. Иди проверь. Это ничего. Это абсолютно ничего. Иди. Как нам повезло, так. Куда дальше? Там столько стражи. А ты у нас, значит, ходишь здесь кругами, так ведь? Почему-то мне кажется, что мне к этим воротам нужно. Спокойно. Hey, I saw one of ours along the trail earlier. Dead as a doornail. Черт. Can we bury him? Здесь закрыто. Yeah. Actually, no. Because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over, and everyone around you can get it and die too. That's why it's called the bite. Well then, I think we'll just leave him where he is. Нам нужно куда-то дальше пройти. Я не уверена, что у меня получится, но кое-что мы попробуем. That noise. I think it came from over there. That noise. Better go see what it was. О, боже. Только бы не заметили, господи. Только бы не заметили. Ох. Nothing. I need to calm down. When are they going to call us back to camp? Shit, it's nearly dark. Черт. Зря это я. Придется дождаться. И бросить еще один камень. Давай. Отлично. Давай, 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 разворачивайся, иди. Иди, черт тебя возьми. Ведь не обойти же. Вот так, это мой шанс. Ох, отлично.
looks like we've got some jokers here. Search the area. I'll check this way. Here! Over here! Бегом. Бегом, бегом, бегом. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ох, это было очень близко. We can't stop. Not here. I feel funny. Come on. You'll be able to rest when we get to Laurentius's place. My head. It hurts. I don't know what to do, Hugo. What would mommy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. Будет, конечно, очень хорошо, если Лаврентий научит нас делать лекарство для брата. Потому что это не дело, и эти приступы... Ничего, скоро мы доберемся. Ты отдохнешь. Ну да, ну да. Это ведь ты, Гуго, все время был рядом с матерью, в отличие от нас. Боже мой. It's getting in my shoes. I don't believe it. Я лучше обойду вот здесь вот. Это отвратительно просто. Господи. Вы посмотрите на всех этих мертвых животных. Calm down. It's all right. They can't reach us. Come on, let's go. Я поняла. Нам нужно перемещаться от факела к факелу. Так, следующий факел, значит, вон там. Бегом. Бежим, бежим, бежим. Успели. Черт, 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 черт. Подождите. Я запаниковала. Я не уверена, что мы успеем, но мы должны попробовать. Чёртова крыса. Так. Нет, 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 мы разберемся. Сейчас все получится. О, господи, боже. Господи, как это отвратительно. Вы посмотрите на всех этих животных. Так, нам нужно добраться вон туда. Так, ну что? Я надеюсь, здесь мы можем зажечь огонь. Да. Горите в аду, твари, горите в аду. Чтобы вам всем пусто было. Господи, как же их много здесь. Отвратительно. Так.
похоже, вон та жаровня дальше. Come on. Here we go again. Давай. Ух. Так. Угу. Придется катить. Да, это непросто. Я не знаю. Либо, может быть, эти свиньи тоже были заражены. Держись. Почти. Фух, мы добрались. Все в порядке. Да, у нас получилось. Слава ситам, просто слава ситам. Тихо. What if it's not Laurentius? Huh? Did you think of that? Sorry. Так, что у нас? Is that the windmill? Oh. What's left of it? It's pretty. Отлично. It's really dark. Maybe there's a monster in it. Ох, я очень надеюсь, что там нет никого. Так, мы можем пойти внутрь. Сначала осмотрим здесь немножко. Тем более, что тут вот сундук еще один есть с припасами. И кажется, это все. Так, зря я сюда пришла, конечно. Боже. А может быть, и не зря. Надо осмотреться. Я думаю, что мы здесь найдем полезные вещи. Ха. Ну, как минимум, здесь выход на крышу. Не уверена, что нам это нужно, но если нам придется убегать, я точно знаю путь отхода. Отлично, камешки. Пригодятся. Follow me. Очень надеюсь, что этот Лаврентий на месте. Иначе нам придется снова думать, как нам выбираться из всей этой передряги. Да. Лошадка. Надеюсь, с тобой все хорошо. Ты хорошо себя чувствуешь? Ну, вроде как у лошадки все хорошо, слава богу. Хрюня. А, Хрюня. У тебя все хорошо, Хрюня? Я думаю, что это единственный. Ага. Я думаю, что мы сможем попасть через другую дверь. Ваш капитан очевидности, как всегда, с вами. Я видела, да, второй вход, вот он. Только сначала... Ага, смотрите, цветочек. This is not really the time, you know. Please. All right, go ahead. It called Granny's bonnet. It's as if she's hanging her head because she's sad. Perhaps she would be less lonely with us. Yes, it's not good to be alone. All right,
Let's go. Орлики. Латинское название этого цветка происходит от слова акила, латинское орел. Его лепестки действительно напоминают хищную птицу. Орлики считаются символом скорби и беспокойной души, даже безумия. В то время как цветки этого растения имеют сладкий вкус и вполне съедобно, его корни и стебель крайне ядовиты. Они вызывают воспаление всего пищеварительного тракта и учащенное сердцебиение. Хорошо, что мы сюда завернули. Так бы цветочек пропустили. Так. Так понимаю, что... Да. It's locked. Закрыто. You go in there and open the door for me quickly. And be very careful, right? Yes. А, в этот раз у тебя получилось быстро открыть мне дверь. Молодец. Ох, какое счастье. It's alcohol from the stills. Так, давайте осмотрим. Someone's there. Let's go. Так. Сначала я вот сюда загляну. А, я ничего не могу сделать, потому что у меня нет инструментов. Я поняла. Хорошо. Кажется, кто-то на втором этаже. Эти ленты очень страшно двигаются на ветру. Так, здесь я, кажется, не видела ничего. Ничего полезного, так ведь? Да. На всякий случай, конечно, стоило проверить, но... Видимо, нам нужно на второй этаж. А вот в какую из дверей? Так, явно не сюда. Но тут есть что-то полезное. What does it represent? It's very pretty. Витриол. Сокращение от латинской формулы... Я, к сожалению, латынь не знаю, но прочитаю, как смогу. Visita interiora terrae rectificando invenias occultum lapidem, что в переводе означает «посети недра земли и очищением обретешь сокрытый камень». Эта максима заключает в себе всю суть алхимической философии, которая состоит в изучении природы, окружающих нас элементов и их возможных трансформаций. А еще эта аббревиатура дала название серной кислоте, которую применяли для изменения веществ. Ага, хорошо. Так, значит, нам все-таки сюда, в первую дверь. Who are you? Magister Laurentius! Stop right there. He's contagious. Hugo. Here. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Oh, of course. They came for him. An evil, an ancient evil, courses through your family's veins, in its blood. Your mother and I attempted to slow its progress, but ever since the Great Break, the process has quickened. You must... Protect him, Amicia. Continue your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone! They're here. The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however... They seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Come, Hugo. I don't want you to stay here.
А я думаю, что лучше ему здесь остаться, конечно, и переждать. Он что, умер, что ли? Господи, я надеюсь, что нет. Ох, ладно, ребята, давайте продолжим уже в следующей серии. Наверное. Потому что тут очень много крыс, очень много действа. Так что продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, игра вам нравится. Мне, по крайней мере, дико. Это безумно нравится. Очень интересно, что будет дальше. Но продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока.